И, ребята, всем привет, с вами я, Лори. Блин, даже... Ой, сокращенно Лори, Сластик. Можете, как вам удобно называть меня. Я немного приболел, у меня горлышко немного... Так. Ладно, пусть рандом решает, какая я команда. Ладно, сейчас я приостановлю видео. Так, я немного поставил АФК. А здесь уже сломали команду. О, наши. Но они не построились еще до центра даже. Ну ладно. Блин, у меня так горло болит. О, наш муп какой-то. Блин, я хочу вам сказать, я записал огроменную рубрику. Знаете? Огроменную рубрику. Короче. И там не записалось, прикиньте. Я, блин, так, меня так бомбило, прям бомбило. Не знаю, как оправдаться, меня очень так бомбило по-хорошему, да. Там... Блин, у нас была такая победа. Там, короче, там был супер видос. Как он так простроился, я не понял. А, все. Так, нашего, короче, убил синенький. А я его сломаю. Да, я его должен сломать. Я почти его сломал. О, нет. Так, игроком Илья какой-то. Не знаю. Или такой-то. Так, пока никого нету у них в базе. Я должен пройти и проникнуть. Да блин! Я должен умереть. Так, мне нужно быстрее добираться до базы. Их не моей. Так. Я опять не допрыгнул. Да чё за дичь? Наверное, мой тиммейт просто офигевает. Какой я нубик. Какой я не про. А где у них кровать? Как они выживают без кровати? Алло! Я у них, короче... Или у меня это баг? Не знаю, как они выживают без кровати-то? Братан. Иди сюда. Не, реально, как они выживают без кровати? Давай, прыгай, братан. Я тебя не разношу. Блин, как они вообще выживают-то? У меня, блин... Не знаю, я им там, кажется, сломал кровать. Вообще-то. Да, вообще-то. Давайте пойдем за этим мипом. А где у них кровать? Я тебе помогу, братан. Да, я круто помог. Я прям офигенно просто помог. Сейчас мне просто... Что ты делаешь?
Я одного... Блин, у меня там соседи сверлить начали. А нет! Но меня бомбит. Я думаю, я его отхундохаю при помощи этой палки. Думаю, что я его отхундохаю. Блин, или он нас сейчас отхундохает. Блядь, нас... Ой, прости за мат. Я, конечно же, это запикаю. Ютуб не бань уже. Не блокируйте мои видео. О нет, тупой тиммейт, тупой тиммейт. Ух. Еще он будет спаунться, да? Нет. Я думаю, это у меня такой бан. Я Димаш Кудайбергенов. Димаш Кудайбергенов. Не банят. Короче, все не баньте мои видео. Все смотрите его с радостью. Да. Так, там как раз синий ходит. А я просто хожу на их базу. Тебе нельзя ходить. Как они возрождаются? Какая это вообще кровать? Блин, я не понял. Я не понял, какую мы кровать вообще сломали? Это была же синяя. О нет. О нет. О нет, я лох. Я лох, блин. Блин. Я разыгрался в том матче уже, когда я уже всех убивал. Но в этом матче я ничего... А, ударился об телефон. Ах, как это больно. Это боль прям. А, вот это боль. Так, зайду я, конечно же, за черную команду. Потому что я сам черный. Нет, это шутка. Так, здесь еще один АФК. Пожалуйста, не закиньте меня к нему. Блин, прикиньте, если никто не зайдет потом. Такой я. Ура, все, я победил. Только АФКшник такой. Я прям так убивал АФКшника. Нет, не знаю, просто ломаем кровать. Потом убиваю АФКшника. Это будет круто. Это будет халява победа. Я вообще где нахожусь? Я играю на сервере greenweeks.fun. Да. И здесь такое странное лобби. Так. Блин, когда все зайдут? Кто черный, братаны? Нет, никто не черный. Нет, 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 никто не черный. Смотрите, Даниэль казах. На этом сервере я заметил, очень много казахов играют. Блин, я вообще не умею паркур делать. А, я знаю, это чит. Он, этот пацанёк делает с этим читом. Оп, так. Оп, блин, ну ладно, я буду работать. Сделал с этим. Топ казах, ты какой? Ты зеленый. Давай, я тебе помогу. Это вот. Ну он. Я не буду зеленым. Почему я не зеленый? Я должен дно. Я дно. За 6. Нет. За блоки. Я сам? Ух. А прикиньте, серых нет. Я шучу. Со мной все нормально. Давай меняться. Я на бронзу, ты на железо. О, ебой. А где наша кровать? Нет, где наша кровать? Так, вот.
Блин, опять вы за шерсть эту вашу. Шерсть. Ненавижу, когда за шерсть. А, вот она, где кровать. О, у нас блоки черные. И кровать черная. Логично. Вау. Сколько, конечно, я видел блоков. Ой, бронзи. Ой. Вау, у нас модные одежды. Я несу. Где я несу? Так, все. Я играю в Майнкрафт. Так. Так. На халяву можно пойти сломать команду. Играй. Переводят как серые. За это перечисливают деньги 20 биткоинов. Так что пошли 20 биткоинов на халяву. Блин, я еще не добрался. Я думал, это близко. А, это оказывается далеко. Так, теперь я поднимаюсь. Иду. Блин, здесь это спаунеры. Не зря я просто пришел. Но если бы еще была кровать, это бы было вообще круто. Но кровати нету. Блоки! Очень много блоков закупил. Нет, не хватает. Ой, не хватает. Так, здесь не разрушимость острота, а здесь два, да. Это, скорее всего, правильно. Теперь я возьму себе очень крутые шмотки. Вот, я теперь алмазник. Это мой супер-пупер алмазник. О, прям ад. Так, теперь пошли, построим. Блин, как они вообще умудряются ломать кровати желтым, если желтые они там ходят, а я, они вообще там ходят, а я вообще здесь хожу, а они сломали желтых вообще-то. Блин, что я несу? Зачем я несу? О, уже истребили. А желтую команду. Жаль, что желтых истребили. Это рано у нас. Я вообще куда пошел? Пошли. Блин. Я не могу строиться. А вот я могу. Так что. Кто их сломал? Их сломали розовые. Вообще, кто ломает все кроватки? Наверное, кто розовый. Да какой жопы они построились. Так, зеленых нету, их давно истребили. Вот и команда. Розов. Блин, нашли мой клон! Блин, теперь очень фигово нападать, конечно. Вон он ходит. Не ходи больше. Так, я могу здесь следить, конечно. Следить. Прям следить.
Сейчас он, наверное, на нас пойдет. А наши уже сломаны были уже. Блин, там какая-то музыка играет. Мы уже... Наверное, на этом все, потому что мои грёбаные соседи начали сверлить. Ну ладно, с вами был я, Сластик, Лори. А, здесь еще красные остались. Ну ладно, всем пока, розовые не выиграйте.